эксцентриссимо. Те, кто считают свой дом своей крепостью, многое теряют, особенно в плане заработка. Вот тайский миллионер Паня Каити Таван решил не запираться в своем дворце и разрешил водить по нему экскурсии. Его жилище и парк – настоящая достопримечательность, грешно прятать ее от туристов. Площадь имени богача, сделавшего состояние на куриных фермах – 13 гектаров. От него не убудет, если пару раз в день кто-то пройдет по газонам и полюбуется фонтанами, устав осматривать антиквариат. К тому же по парку свободно разгуливают павлины. Денег не приносят, так что нужно искать другие источники. Гостей миллионера возят на гольф-мобилях. Есть возможность посетить несколько объектов, включая пятиэтажный особняк, где живет хозяин этого рая, и выйти на крышу и взглянуть на чужие владения на берегу океана, почувствовать зависть новой степени или желание устроиться к тайскому богатею, садовником или плотником. Прогулка здесь стоит 1500 в переводе на российские рубли. В Париже в покое Наполеона III можно заглянуть за меньшую стоимость, но и сами они меньше в разы. В принципе, получается недорого, но доход миллионер имеет стабильный и хороший. Многие хотят запостить в Инстаграм себя любимого в шикарных интерьерах, которыми злодейка судьба почему-то не одарила. Эксцентриссимо. Thank you.